зари, зари, слава Богу, солови, свой пример они нам подают. От зари до зари признаются в любви все благодарны. Раньше как праздновали? Было, не знаю, массовое гуляние это было или нет. Люди выходили, собирались. Сладкая вата, шарики, парад был, да. Организации выезжали. Сейчас вообще ничего нет. Мы пришли, посмотрели, пустота, разворачиваемся, идем домой. Наши дети были такие довольны, скрытой с галстучком пионерский, фартуки, красиво гуляли тут по это самое, по площади, на парад был. А сегодня? День солидарности и труда, в первую очередь. Чего нету, как было раньше. Пустая площадь. А раньше как было? Было весело, было, праздновали, музыка. Традиции умирают. Традиции были очень хорошие. Сейчас все умерло. Нету того, что было раньше. Все. Большая радость этого праздника несется еще с моего детства, когда я с флажочками, с шариками у папы на плече. Радость тогда была, праздновали. Ну, прямо серьезные, трудящиеся какие-то моменты. Однако на сегодняшний день, к сожалению, этого нет. Поэтому мы просто ходим и ностальгируем по тем памятным дням. Что, ну, прямо грустно. А вот хотели, как раньше, выйти в центр, отметить всем городом. Ну, город не празднует. Забыли такой праздник. Мир, труд, май – это знаменитый советский праздник. И он для меня очень значимый. Как вы будете праздновать его? Да, шашлычок. На природу, на дачу. Отдохнем с друзьями, с близкими. Тема. Întâi mai, ziua muncii. Cum o sărbătoriți dumneavoastră? Foarte bine, e că am venit, am mai cumpărat ceva de producte, ne pregătim și ne ducem acasă, facem mâncare și plecăm la odihnă. 1 mai, de trudeașă, șaslâng zilăm, cu simbioi, cu detcami, cu znucami. Azi e mai bine, fără demonstrații, fără mitinguri. И мы бине, аж асо сарбатурим. Я говем де пост ниште рассад. Ше, кред ка аз авем де лукру. Рези либера. Ин тай бай. И все у сарбатуари де примавара. Де мунка, аж зиче. Ше тот че лебуни. Ка вред са ма кредити, ма дук ла магазину Агро, сум ел, ш плек ла вилла, сум фак аколо ниште пуфури пентру пурич. Ше ва са май самън, ш са май прешеск, ш... Și așa ziua va trece.